Мы имеем много помощников в прогнозе трендов. Это тренд-бюро. Самое лучшее, самое любимое мною – это WGSN. Мы не можем иногда пользоваться их услугами в силу цены. И мы должны в любом случае не полагаться на тренд-бюро. Мы, как дизайнеры, должны уметь прогнозировать сами. Что для этого мы делаем? Первое и главное – читаем прессу и новости. Смотрим политические новости, смотрим новости о перемещениях людей туда-сюда, кто, куда, почему, да, с какими целями. Смотрим военные всякие действия и переходим после этого к новостям культуры. И мы видим, что женщины становятся скромнее, и потребление становится скромнее, и крупные бизнесмены начинают жить скромнее и выглядеть скромнее. Мы видим, что вот скромность — это как такое ключевое понятие. Вот это ключевое понятие уже можно выделять как тренд.